Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами, их фотографиями. Американская актриса, певица и участница водевилей Грейс Ларю, урожденная Стелла Парсонс. Я цитирую Википедию. Родилась 23 апреля 1882 года в Канзас-Сити, штат Миссури. Начала свою карьеру подростком, работая в передвижном палаточном шоу. Вышла замуж за Уильяма Грея, от которого у нее родились две дочки, когда она была еще подростком. Дебютировала в качестве одиночной роли в водевиле в ноябре 1912 года в Миссури. В рамках выступления она исполнила арию из «Мадам Баттерфляй». Получила хороший отзыв. В отзыве отмечалось, что выступление дало Ларю возможность продемонстрировать свой парижский культурный голос. Привезла свой водевиль в Великобританию, появившись в лондонском дворце 4 августа 1913 года, где сделала граммофонные записи хитов и своего выступления. В 1919 году Ларю дебютировала на экране вместе с американским актером театра и кино Хейлом Гамильтоном в мелодраме «Это хорошо». Она вышла замуж за Гамильтона 29 мая 1920 года на фоне бурных споров вокруг судебного иска, поданного второй женой Гамильтона, актрисой Миртл Танехилл. Работала в основном в Соединенных Штатах, чередуя водевили и музыкальные комедии и ревью. К началу 1930-х годов она уехала на пенсию в Калифорнию, где ненадолго появилась в фильме «Мэй Уэст» 1933 года. Она поступила с ним неправильно. Скончалась в больнице в Калифорнии 13 марта 1956 года. Но так вкратце, данных не очень много о американской актрисе, певице Грейс Ларю. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.